Мы находимся на выставке MAPI Crush 2020, продолжаем общаться с нашими гостями. Сергей, расскажите, пожалуйста, что вас привело на сегодняшнюю выставку и пару слов о роде вашей деятельности. Как вы пережили этот удар коронавирусный? Это самая актуальная тема на сегодня. Расскажите, пожалуйста. Добрый день, зрители, коллеги. Мы компания Retail Loyalty. Мы занимаемся программой лояльности для ритейла, для пищевого ритейла. Коронавирус на нас отразился, ну, наверное, в меньшей степени, чем мы рассчитывали. У нас есть клиенты, которые работали в период коронавируса. По большей части большая часть клиентов перенеслись на красно-осенний период запуска. Сейчас у нас уже работают программы, идут большие отгрузки, то есть оживление на рынке такое существенное. Вот. Сегодня на выставке, да, к сожалению, наблюдается очень мало гостей, но при этом они очень качественные. Есть гости, которые с нами уже работают. Вот мы воочию с ними встречаемся, знакомимся. Вот. Предлагаем новые решения. У нас есть новые программы, которые стартуют в 2001 году. Вот. Они достаточно интересные. Поэтому я надеюсь, что пандемия так или иначе, либо она закончится, либо мы к ней привыкнем и будем двигаться как-то дальше по жизни. Спасибо большое за ваш ответ. Retail.ru. Оставайтесь с нами. Совсем скоро подключение с новыми гостями.